Добрый день, друзья! Весенние работы у нас на юге в разгаре. Косим, стрижем, обрезаем, черенкуем. И все эти работы невозможно провести без специального садового инвентаря наших лучших помощников в саду. Я стараюсь к новому сезону обязательно порадовать себя и свой сад чем-то новым, дополнить или сменить старый инвентарь на новый, более удобный и легкий в обращении. Вот именно поэтому я сделала заказ в интернет-магазине «7 семян». И обязательно поделюсь с вами своими приобретениями. Мои подписчики знают, что в саду у меня много кустов самшита в виде бордюров, шаров и прочих фигур. Их необходимо регулярно поддерживать в форме, то есть стричь. Теперь в этом сезоне все свои кусты самшита, а также хвойники и декоративные кустарники я буду стричь новыми садовыми ножницами, которые приобрела в магазине «7 семян». Ножницы фирмы Fiskars снабжены механизмом, обеспечивающим рычажное увеличение усилия по всей длине лезвий до самых кончиков, что позволяет с легкостью использовать в работе всю их длину. Механизм рычажного привода облегчает работу в 2,5 раза по сравнению с обычными стандартными конструкциями. Ножницы легкие и удобные в работе. Уже проверено. Так как я много черенкую, для черенкования гортензий, клематисов, декоративных кустарников у меня теперь есть вот такие очень удобные тонкие и острые ножницы фирмы Samurai. Удлиненные прочные лезвия позволяют аккуратно срезать черенки даже в труднодоступных местах. Особенно это касается клематисов, когда нарезать зеленые черенки с куста не так просто. Побеги обычно переплетены, и именно тот побег, что подойдет для черенкования, может находиться в самой глубине куста. Добраться до него сложно, а вот с помощью этих ножниц теперь легко срезать любой побег. Я очень довольна этим приобретением. Ну и еще один новый инструмент, который я приобрела в этом магазине, это пила садовая, фирма Samurai. Пила усиленная с изогнутым полотном. Для обрезки сада, декоративных кустарников, роз, это просто находка. Пила с удобной деревянной рукояткой хорошо подходит для работы выше уровня плеча. А разведенные зубцы обладают исключительной износоустойчивостью и прочностью. Пила в чехле с поясным креплением, что очень удобно, если необходимо провести обрезку на высоте. Эти садовые инструменты вы легко можете найти в интернет-магазине «7 семян». Посылка, кстати, пришла очень быстро, а в посылочке я нашла подарок – семена редиса. Я думаю, многие из вас знакомы с этим интернет-магазином, где есть огромный выбор семян, посадочного материала, удобрений, средств защиты растений, товаров для полива, садового инвентаря и многого другого для сада и огорода. В магазине постоянные акции и супервыгодные предложения. Доставка быстрая по территории Российской Федерации, а также отправляют в Казахстан и Белоруссию. Ссылку на интернет-магазин я оставлю в описании к этому видео. Там же будет промокод на скидку для моих подписчиков. Я желаю вам приятных, удачных покупок. Благодарю, друзья, что вы со мной. До новых встреч на моем канале. До свидания.